Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников, и сегодня я хочу поговорить об одной задачке, которую я узнал очень давно, когда после второго курса работал преподавателем в летней школе при Новосибирском университете. А задачка эта формулируется так. Имеется квадрат со стороной 1 метр. И в вершинах этого квадрата сидят 4 черепахи, которые смотрят друг на друга по циклу, каждая на свою соседку. И в какой-то момент времени эти черепахи начинают ползти со скоростью 1 сантиметр в секунду. Но ползут они при этом так, что каждая черепаха глядит на свою соседку и ползет в ее направлении. Такое догонное движение. Соседка движется, а черепаха все время стремится ползти в ее сторону. И все 4 черепахи делают вот это движение. И спрашивается, ну если пренебречь размерами черепахи, и как обычно бывает в таких задачках, считать их за математические точки, через какое время черепахи встретятся друг с другом? Понятно, что если бы ползла только одна черепаха, то она приползла бы к своей соседке через 100 секунд. Но ведь они ползут все 4. И может быть что-то изменится при этом, изменится существенно. Ну и вот, чтобы начать решать такую задачку, кажется, надо взять и просто порисовать на листочке бумаги или на экране компьютера, что будет происходить с черепахами, как они будут двигаться, что я сейчас и сделаю. И вот я изобразил квадрат, в вершинах которого сидят 4 черепахи. И позволю этим черепахам сделать небольшое движение в сторону своей соседки. Вот так. И теперь черепахи снова сидят в вершинах квадрата, но этот квадрат, он несколько повернулся по отношению к первоначальному. Ну и поэтому на следующем шаге черепахи уже изменят свое направление движения. Так что теперь они будут сидеть в вершинах вот этого квадрата. Ну и мы можем дальше позволить черепахам так ползти. Квадрат, в вершинах которого они сидят, будет уменьшаться в размерах и поворачиваться. Поворачиваться, поворачиваться и поворачиваться. И при этом каждая из 4 черепах будет двигаться по вот такой спиральной траектории. Ну, а получается, что в задаче мы должны найти длину этой спиральной траектории, потом поделить ее на скорость черепахи, и мы узнаем время, за которое черепахи встретятся друг с другом. И вот мы нарисовали спиральную траекторию, по которой движется черепаха. Но как найти длину этой траектории от начальной точки до центра квадрата? Понятное дело, что для школьников, перешедших в 9 класс, эта задача представлялась совершенно непосильной. Но тут мы говорим, подойдем к делу как физики. И изобразим стрелочкой вектор скорости, с которой движется черепаха в данной точке, и разложим этот вектор на две компоненты. Одна компонента будет направлена к центру квадрата по радиусу, а другая перпендикулярная и за приближение к центру отвечает только вот эта компонента. Но посмотрите, если у нас полная скорость v, то тогда, поскольку здесь половинка квадрата, уголочек 45 градусов, то радиальная компонента скорости будет равна v, поделенной на корень из 2. Но ведь и пройти нам теперь с этой скоростью нужно не сторону квадрата, а радиус. Правда, как бы он будет проходиться в разных местах, но мы все время будем приближаться вдоль радиуса. Сам радиус при этом будет вращаться. И если у нас все расстояние было а, то расстояние до центра тоже есть а делить на корень из 2. И как черепаха со скоростью v проходила расстояние а,
За такое же время со скоростью v делить на корень из 2 она пройдет расстояние a делить на корень из 2. Ну, у нас там за 100 секунд это происходило. Значит, и до центра все четыре черепахи, двигаясь по этим спиралям, доберутся за 100 секунд, и мы решили задачу. Но это еще не все, потому что у нас есть по меньшей мере еще один прекрасный вопрос. А сколько оборотов сделают черепахи вокруг центра квадрата к тому моменту, когда они соберутся в центре? Ну, опять-таки вопрос кажется сначала непростым, но чтобы на него ответить, давайте себе представим, что квадрат, в вершинах которого сидели черепахи, он повернулся на 90 градусов. И оказывается, что он при этом уменьшается в размерах примерно в 5 раз, но если точнее, там 4,8 и дальше цифры после запятой. Ну, буду говорить, в 5 для грубости. Итак, вот квадрат уменьшился в 5 раз и повернулся на 90 градусов. Когда он в следующий раз уменьшится в 5 раз, он снова повернется на 90 градусов. И дальше будут идти такие же уменьшения в 5 раз, еще в 5 раз меньше, еще в 5 раз меньше. Ну и понятно, что эти уменьшения можно продолжать до бесконечности в геометрической прогрессии. А при этом повороты будут происходить на 90 градусов, еще на 90 градусов, еще на 90 градусов. И рост угла тоже будет происходить до бесконечности, но в арифметической прогрессии. Ну и таким образом, когда черепахи сойдутся в центре, получается, что они совершат бесконечное число оборотов вокруг этого центра, правда, пройдут при этом конечное расстояние. И я думаю, для школьников, с которыми я вел тогда занятия, это была первая встреча, ну, с вот таким соотнесением конечного и бесконечного. И с чем их, конечно, можно было тогда поздравить. И вообще таких задачек, где конечное соединяется с бесконечным, их довольно много. И самое известное, наверное, будет следующее. Вот представим себе охотника, возвращающегося домой. Он идет с постоянной скоростью. А еще у него есть пес, который не набегался, и он тоже с постоянной скоростью бежит к дому, возвращается, снова бежит к дому, возвращается и так далее. И спрашивается, какое расстояние пробежит пес к тому моменту, когда охотник придет домой, и сколько раз он сбегает туда-обратно. Ну, ответ следующий. Пройденное расстояние будет конечным. Ну, если пес бегает в два раза быстрее охотника, и охотник пройдет, скажем, 5 километров, ну, тогда пес, вот бегая туда-сюда, пробежит 10 километров, в два раза больше. Но при этом он бесконечно много раз, в идеализированной, конечно, постановке, где охотник и пес, и край дома являются математическими точками, сбегает туда-обратно, бесконечно много раз. Только не надо спрашивать, в какую сторону будет бежать пес в тот момент, когда охотник доберется до дома. Ну или вот крышка, которую я сейчас закручу. И она совершает затухающие движения, которые слышно происходят все быстрее и быстрее. Так вот, оказывается, что точка касания крышки и стекла проходит за конечное время. Конечное число оборотов делает, но при этом скорость этой точки, опять-таки, в идеализированной постановке, конечно. И еще я замечу, что точка касания является нематериальной. Так вот, скорость этой точки стремится к бесконечности. Об этом у нас есть давний ролик, он называется «Диск Эйлера». На него будет ссылочка под этим роликом. И я очень рекомендую вам его посмотреть. А теперь давайте получим уравнение этой спирали. Ну, удобно это делать в полярных координатах. Вот я здесь изобразил бесконечно малый кусочек спирали. Мы повернулись на угол ΔΦ и при этом по радиусу сместились на расстояние ΔR. Значит, когда
все эти размеры бесконечно малые, соответствующую фигуру мы можем считать прямоугольником. Ну, а здесь у меня половинка ее получается прямоугольным треугольником. И вот этот угол θ я еще здесь обозначил, он показывает, как быстро стремится спираль к центру. Соответственно, dr будет равно rdφ на тангенс θ, но тангенс θ я буду заменять одной буквой k. Ну и, кстати, еще надо вот здесь угол минус написать, потому что угол растет, а радиус, я считаю, что уменьшается. Ну, когда уравнение мы записали, теперь мы r переносим в знаменатель, разделяем переменные, dr делить на r равняется минус k dφ. Интегрируем. Константу, которая возникает при интегрировании, удобно загнать под логарифм. Получаем логарифм r делить на r нулевое есть минус k фи. Ну, возник логарифм, и именно поэтому спирали такого рода, они называются логарифмическими спиралями. Но если мы хотим радиус через угол выразить, то, соответственно, мы должны, значит, r на r нулевое вынести из-под логарифма, получаем r равняется r нулевое на e в степени минус k фи. Ну, поэтому такую спираль можно было бы с таким же успехом называть и, значит, не только логарифмической, но и экспоненциальной. Это, так сказать, как посмотреть. А теперь мы посмотрим на прекраснейший пример логарифмической спирали в живой природе. Это раковина моллюска Nautilus pompilius в разрезе. Сам моллюск живет в передней части раковины, а дальше там идут перегородочки, и они служат своеобразным поплавком, поддерживающим моллюска на поверхности воды. И посмотрите, как увеличивается радиус спирали с ее раскручиванием, как увеличиваются размеры камер. Но дело в том, что каждая следующая камера, когда пристраивается при образовании раковины, она оказывается пропорциональной размерам того, что уже было построено. Значит, получается поворот на тот же угол и увеличение в размерах. И снова поворот на тот же угол и увеличение в размерах. А это и есть принцип построения логарифмической спирали. Ну и если здесь у нас спираль не в точности логарифмическая, то, по крайней мере, весьма близкая к ней по форме. А теперь мы перейдем от чудес природы к красотам искусства и перенесемся во дворец халифа Хишама, построенный в первой половине 8 века к северу от Ерихона. В этом дворце есть множество красивейших мозаик, но нас с вами заинтересует вот эта мозаика, выложенная в центре банного комплекса. Посмотрите, какие здесь спирали. Когда я увидел, я сказал себе, но это же логарифмические спирали, как же так? Ведь древние математики логарифмических спиралей не знали. Логарифмическую спираль открыл Рене Декарт, а потом ее исследовал Яков Бернули. А здесь, в 8 веке, вот они, спирали, они уже известны. А потом подумал и спросил себя, а как вообще все это было сделано, как все это было построено, как такая мозаика была выложена? Ну, и я предлагаю вам подумать над этим вопросом и написать свои соображения в комментариях к этому ролику на YouTube.